творческая студия позитивного мышления, сила позитивной мысли. Татьяна Салмановна Макту, Сай Фудзин, мой ресторан красоты, кафе де бьюти, такие вот дела. Творческая студия позитивного мышления, сила позитивной мысли. Сейчас приготовила себе такой фирменный мой салат, правда макарошки еще тепленькие. Так что вот, тепленькие макарошки сварила соевое мясо с макарошками. Так что вот, немножко рапсового маслица, немножко майонезика, немножко кетчупа, русский шашлычный, вот такие вот дела. Помыла огуречек, две помидорки для салатика, свежий салат, немножко сольки, немножко рапсового масла. Вот, ну, конечно, цукини, соленые цукини. Вот. И сейчас положу немножко красной имитированной икры. И буду кушать. А, ну, конечно, кофе. Кофе Нескафе. Кофе Нескафе с сухими сливками, кувшин сливок. Ну, это, знаете, вот такой Татьяны Салмановны поздний завтрак, ланч, как в Парижах. 11 августа 2021 год, 17 часов и 19 минут. Ах, эти Парижи. Ну, Татьяна Салмановна, звезда в отпуске. Ну, кто же в Парижах стоит рано? Там гуляют допоздна, наслаждаются собой, городом, природой, погодой, любовью. Вот встают, наверное, так думаю, эти влюбленные. Влюбленные встают поздно. Пока они позанимались любовью, потом хочется еще поспать часов 8, чтобы выглядеть. А, для Парижа нужно еще и выглядеть. Ах, да. Так что вот. Вот такие вот дела. Ну что у нас там интересненького на повестке дня? Интересненького на повестке дня. Дорогие друзья, я же вам там опубликовала. Опубликовала номер. Номер моей кредитной карточки Bank of Tinkoff. If you want to be sponsor of my program, творческая студия позитивного мышления, как будет Татьяна Салмановна как-то сказать. Татьяна Салмановна не знает, как это сказать. Ну ладно. В общем, специально для вас я опубликовала номер моей кредитной карты. Так что вот, you're welcome. Также подыскала себе машину. Ну, вот знаете, вот я подумала, может быть, кто-то хочет сделать подарок для меня. Так что вот, может быть, знаете, такие поклонники, появились поклонники, которым нравится моя программа. Так что вот, и такие вот дела. Хаммер, подыскала два хаммера, в общем, вот, ну и дом за 350, сколько он там, 350 миллионов рублей. Так что вот, 350 миллионов рублей. А Татьяна Салмановна обещала вам сказать, что такое плейтинг. Плейтинг – это красиво выложенное блюдо на тарелку. Вот что такое плейтинг. Это мой салат, макарошки, вареные с соевым мясом, обратите внимание, соленые цукини. Вот это называется плейтинг на тарелке. Шикарно, правда? Ох, как в этих лучших мишленах. Сейчас Татьяна Салмановна покажет интерьеры дома. Так что, кто желает подарить Татьяне Салмановне этот шикарный дом, Татьяна Салмановна, давайте ближе. А, сейчас, давайте, сначала музычку, немножко музычку, музыкальная пауза. Ах, вот такая кофе, кофе на миллиард. Ах, вот этот кофе, кофе на миллиард. Легкая походка, волосы как тень.
Ах, это такая красотка. Ох, нужно благодарить. Благодарю, благодарю, благодарю за эту пищу. Благодарю. К дому за 350 миллионов рублей он сразу, нет? Ну, смотрю, я тут его смотрела. Я же вот нашла этот дом за интернетом, нашла по интернету.
Ну да, так и есть. 350, ну да. Трехэтажный коттедж. Это коттедж и коттедж. Я подумала, кто может купить и подарить такой коттедж. Только олигарх. Такой коттедж может купить только олигарх. 50 соток. Участок 50 соток. 3 этажа. Что-то еще такое пишут, что такое? Вот такой особняк, 958 квадратных метров. Ну давайте, давайте к этим фотографиям. Я не поняла, давайте к фотографиям. Это он на Циане, да? А фотографии? Здесь давайте закроем, давайте ближе к фотографии. Фотографии. А, сейчас даже вот это вот, сейчас даже размещу этот, это объявление на моей странице. Специально для вас, кто хочет мне купить и подарить этот дом. Так что вот. Просто Дима все показывал, мне прислал такую видеозапись, где в ТикТоке или где-то, знаете, какие-то такие стримы, вот. В этих стримах, это прямой эфир, там зарабатывают деньги, там донейшн. Рассчитано, что там в прямом эфире ты с кем-то там общаешься, кого видишь там в прямом эфире. Ну, что-нибудь там разговаривать, я не знаю, я не смотрела. В игры играют, немножко посмотрела. Вот. И собирают. Кто на что собирает? Одна девушка собирала, Дима, а вы же мне показали, правда? Я была под впечатлением, что девушка просто обычная, какая-то девушка, ей так такая молоденькая, смотрю. Говорит, хочу поехать отдыхать вот за границу, мне нужно 300 тысяч рублей. Вот, кто из вас хочет быть, ну, там, в общем, кто мне хочет прислать, перечислить деньги, 300 тысяч рублей на путешествие, пожалуйста. Вот, и там в этом видео Дима мне показал, ей перечислили эти деньги, 300 тысяч рублей она собрала, а перед поездкой, перед отъездом, ей даже еще какой-то парень или мужчина еще подкинул 100 тысяч. Она говорит, я вообще даже не мечтала, что еще подкинут 100 тысяч. 400 тысяч рублей на поездку. Так что, Дима, я очень впечатлилась. И я подумала, а что, мелочиться? Я подумала, зачем мелочиться? Я хочу коттедж. Понимаете, я хочу отсюда выехать из этой квартиры в коттедж. Трехэтажный. Элитный. Понимаете, вот это. Евростандарт. Этот коттедж за 350 миллионов долларов, нет, 350 миллионов рублей, не долларов, он это в рублях, вы не пугайтесь, это в рублях, 356 нулей, так что вот. Дима, же вы меня уговаривали, сказали, что я, что, Татьяна, а что вы медлите вот это вот? Вы что, не хотите, чтобы вам прислали деньги в ТикТоке, вы там на прямых эфирах? Люди помогут, они очень такие вообще отзывчивые. Вот посмотрите, там и другим людям помогают. По миллиону рублей. Люди там что-то спрашивают. На той стороне сидят люди, которые, наверное, при деньгах. Которым нравятся их стримы. И которые перечисляют им на карточку, или куда-то там перечисляются в этом ТикТоке эти вот эти вот. То есть, вот девушка такая, 300 тысяч рублей, я хочу съездить, отдохнуть, ей перечислили. Поэтому чего удивляться. Я нашла себе особняк, понимаете, исторический. Исторический особняк, кстати. Это, наверное, тот, но надо еще, конечно, посмотреть, тот или нет. И
Исторический особняк АК Лемерика. В стиле современного модерна. С изысканным дизайнерским ремонтом. На берегу Большой Невки. Дима, что ж вы меня уговариваете? Скажи, а что вы теряете? Что вы теряете? Почему вы не хотите? Татьяна Салмановна, автор книги «Тайная психология денег. Секреты богатства и процветания». На карте сокровища я уже давно писала, посмотрела та же карту сокровищ Натальи Борисовны Правдиной. Вот, обратите внимание. Мы с вами занимаемся, у нас практические занятия по курсу. Карта сокровищ, как ее составлять, так что вот, изучаем мою книжку в теории «Тайная психология денег. Секреты богатства и процветания». Молоденькая девушка решила, что ей там просто так пришлют 300 тысяч рублей на поездку, ей прислали. Да спросите у Димы. И другим там людям, там чек 5 или сколько их там. А в 300 тысяч самый маленький донейшн был. Поэтому я решила посмотреть шикарный дом, а также хаммеры, которые мне нравятся. Мне нравятся хаммеры H1. Так что вот, конечно, вы можете сказать, что обратите внимание, у меня творческая студия позитивного мышления, там сила позитивной мысли, больше 350 видео заснято. Вообще у меня заснято 20 тысяч видео, но это у меня Life Journal. Вот. И 350 видео. У меня есть видео почти там 2 часа 58 минут, большие видео, из которых можно сделать много маленьких. Я работаю даже в отпуске. И получается такая. Поэтому смотрите мой Life Journal, мои выпуски, моей творческой студии позитивного мышления. Это такая оргазмическая, эротическая. Так что я надеюсь, какой-то олигарх посмотрит, впечатлится.